Страны АСЕАН, Китай, Япония и Республика Корея должны стремиться к миру, стабильности и развитию. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кетян. На встрече также присутствовали представители других стран АСЕАН. Это президент Юк Сук Йель и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Но более подробную тему обсудим с Альбиной. Альбина, здравствуй. Итак, какие темы все-таки были затронуты лидерами? Тели, ну, был рассмотрен широкий спектр вопросов. Разумеется, акцент делался на сотрудничестве для дальнейшего процветания региона, для поддержания мира и стабильности. Вы это также отметили в самом начале, в частности, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кетян отметил, выступая на саммите АСЕАН плюс 3, или как его по-другому называют 10 плюс 3, отметил, что Восточная Азия является важной движущей силой глобального роста. Также важным механизмом сотрудничества он назвал именно этот вот саммит. Китайский премьер отметил, что только за последние 10 лет Китай стал инициатором более 130 совместных предложений и проектов в рамках сотрудничества в формате 10 плюс 3. Большинство из них были осуществлены именно совместными усилиями соответствующих сторон. Вам также известно, что сейчас мир переживает, скажем так, достаточно нелегкие времена, и вот в условиях сложной и нестабильной международной ситуации, по словам Ли Кетяна, страны должны и впредь брать на себя обязательства по поддержанию мира и стабильности, а также достижению развития и процветания не только в регионе, разумеется, но и во всем мире. Почему это так важно? Конечно же, для того, чтобы улучшить благосостояние людей. Вам известно наверняка, что в КНР также придерживается принципа «народ превыше всего». По поводу сотрудничества также высказался на мероприятии премьер-министр Японии Фумио Кисида. Токио надеется, что Япония и Китай будут и дальше стремиться к построению стабильных отношений. Он также поднял вопрос, который на сегодняшний день вызывает, скажем так, наибольшую озабоченность у Японии и Южной Кореи. Это запуск баллистических ракет со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. Недавние запуски Северной Кореи он назвал серьезной угрозой для международного сообщества. Среди тем, которые были на повестке, также борьба с COVID-19, ликвидация бедности, проблемы экологии. И китайский премьер рассказал о достижениях Пекина в этих областях. Вы знаете наверняка, что КНР полностью искоренил нищету даже на 10 лет раньше, чем это было предусмотрено Организацией Объединенных Наций. И теперь страна продвигает второй этап проекта в рамках инициативы по сотрудничеству в области сокращения масштаба бедности в Восточной Азии. Абсолютно все лидеры, участвовавшие на мероприятии, также отметили, что формат 10 плюс 3 позволил достичь важных совместных результатов в содействии региональному экономическому развитию и борьбе с пандемией COVID-19, то есть с проблемами, которые вытекали из-за эпидемии. Но всегда есть чему стремиться, и страны должны прилагать совместные усилия для создания процветающего общества. Кроме того, на саммите был поднят вопрос также тайваньский, но в этом деле политика Китая, она однозначна, и всем она вполне ясна. Кроме того, стороны также затронули такие темы, как продовольственная и энергетическая безопасность и рост инфляции. Еще по мероприятию председательствовал на АСЕАН Китай, Япония и Республика Корея премьер-министр Камбоджи Хун Сен. Саммит этой ассоциации государств Юго-Восточной Азии плюс 3 проходит в Пномпене. И также важно отметить, что на этой встрече был обнародован сборник документов 25-летия сотрудничества в рамках 10 плюс 3. По темам, которых коснулись представители стран Восточной Азии на саммите 10 плюс 3, это, пожалуй, вся информация, это или ну, теперь мы все в ожидании, пожалуй, саммита G20, до которого остались буквально считанные дни. Тели, у меня спасибо. На этом все. Передаю спасибо большое. О саммите АСЕАН рассказала собственный корреспондент в Китае Альбина Абдурахманова.